холодный, обжигающий виски, и легонько касалась горячие руки. Ну, небо синее, трава зеленая, но холодильная жутко. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, наша гостья. Мы только что посмотрели отрывок нового клипа. Как называется? А ты дарила мне розы. Розы, это с нового альбома? С альбомом «Цунами», да. Когда выходит альбом? Вот, отличный вопрос, потому что альбом несколько раз переносился. Я вот жду не дождусь, когда он выйдет 5 декабря. И я принесла обложечку с собой, могу показать. Да, конечно, где? Вот. «Цунами». Вот обложечка. Она абсолютно аскетична, что мне очень нравится, потому что самое основное, оно внутри. Вот здесь мы так немножко поинтриговали, и нужно слушать песни, конечно. А удовлетворена тем, что получилось на альбоме? Ну, это не скромно, но на сегодняшний день очень. Мне кажется, что это наша самая серьезная работа, несмотря на то, что нам уже 10 лет. И мне безумно, я безумно рада, что мы все-таки поехали в Киев, познакомились с Евгеном Ступкой и вместе с ним записали этот альбом. Ага, ну уже начали говорить о составе. Вы играете в прежнем составе? Да, у нас поменялся басист, но количество инструментов такое, какое есть. Вы уже опровергли с утром неделю назад слухи о том, что начинаете сольную карьеру. Кстати, я очень рада, что вы наконец доехали до нас. Я тоже очень рада. Сейчас не было пробок с утра? Нет, можно передать привет человеку, который живет на улице Андропова на проспекте? Говорит, что там нет пробок, так-то вот там есть пробки. Привет человеку с улицы Андропова, который позвонил в наш эфир и попытался опровергнуть Диану Арбенину неделю назад во вторник. Пробки были, мы свидетели, да. Хорошо, вы наконец в нашем эфире, давайте все-таки продолжим эту тему. Начинаете вы сольную карьеру или нет? Да зачем? Все, у нас все очень хорошо, нам хорошо в этом мире, мы абсолютно гармоничны. И зачем? Так от чего все эти слухи-то плодятся? Где Светлана Сурганова, с которой вообще-то вы вместе солируете в группе? Ну, это немножко не так, потому что у нас в группе, скажем, 5 человек, не 2, потому что пора акустического дуэта уже давно прошла. Вот, не стоит, на самом деле, какие-то иллюзии по этому поводу строить, потому что действительно был акустический дуэт, который, кстати, вот у нас появилась книжка недавно, она вышла, называется «Патронтаж». И вот она вместила в себя то творчество, которое было написано за все вот эти годы, начиная с момента, когда мы образовались. Mm-hmm. Действительно, нас было сначала двое, а потом мы решили, что нужно поэкспериментировать, и вот тогда-то нас и стало больше. И это очень существенно, потому что наши парни, которые играют вместе с нами, они постоянно где-то в тени. Это неправильно, потому что я, например, на них опираюсь, это мой тыл, и... Я им очень благодарна за то, что вот они такие, какие есть, настоящие. Не знают, что такое шоу-бизнес. Не испорченные, просто супер. Я сейчас процитирую одну фразу, она меня так удивила. Я не доверяю женщинам вообще, а в музыке и подавно. Это как-то связано с тем, что вот тыл – это парни, с мужчинами надежнее. Ну, рок-н-ролл вообще не женское занятие, мне кажется, потому что это довольно жесткий вид спорта, скажем, в последнее время особенно. И, ну, мне кажется, что женщине более свойственно все-таки растить детей и быть матерью, скажем. Вот, поэтому всех девушек, которые решают этим заняться, потому что сейчас это очень модно, насколько я замечаю, я бы просто предостерегла. Нужно подумать миллион тысяч раз. Прежде чем начать петь рок-н-ролл. Вот, и не нужно этого делать. Даже так. Уже хочется, чтобы вы успели... Пока берете гитару, кратко ответьте, чтобы я успокоилась. Вы мне доверяете? Это, знаете, сродни. Бывают такие ночи, после которых просыпаешься и вспоминаешь, что с твоей последней фразы был «Ты меня уважаешь?» Доверяй, но проверяй. Я так понимаю, мы на этом сейчас попрощаемся с вами, уважаемые зрители. Это неплохой финал для утренней программы, которая произошла во вторник, очень деловой, решительный день. Я всем желаю удачи. Спасибо всем, кто был с нами вместе. А Диана Арбенина сейчас нам споет, да? Да. На начало хорошего дня. Процветайте. Это самое главное. Я спою песню, которая, может, не настолько весела, как хотелось бы, но то, что она придаст бодрости людям, это совершенно точно. Вам
во мне присутствие силы. А ты охотник на чувства, но ты себя не насилуй. Не буду смеяться обидно, не произнесу ни фразы. Настолько все очевидно, что хочется в травы. А снег дурацкий не в тему, вот это шутки природы. Тебя увидеть хотела, от всех защитить хотела. И следом запах отравы, и минус очарования. Наверное, ближе небу, от этого ты страдаешь. Успокойся. Придумывать тайны в отместку, платить ценой исполинской. Мы были одной стеною, стена оказалась берлинской. И песни бегут по кругу, весна за весной, как осень. Не мод называться поэтом, тебя и никто не бросит. Я выкину все кассеты из автомагнитофона. Я буду слушать, как шины дорогой стремятся к дому. А ты лучше спи ночами, кури поменьше, но крепче. Желаю тебе обломов, желаю тебе печали. Успокойся. Во мне присутствие чуда, во мне присутствие силы. Ну, вот. Спасибо, здорово. Во мне присутствие силы. Присутствие силы.